Бро, здорово, с тобой снова я, Тима Мацони, ближе к делу. Блуждая по интернету, я наткнулся на такого битбоксера под названием Remix. Я должен поделиться этим видосом с вами, и прямо сейчас будет реакция на него. Устраивайся поудобнее, возьми что-нибудь вкусненькое. И судя по просмотрам этого видоса, нас ждет что-то очень интересное. Поехали. Про лайк не забываем. Название, конечно, очень оригинальное у него. Ремикс. Неплохо. Давайте послушаем. Big shout out to Beatbox International. Стоп, вот это единственный бас, который я... Ну, не единственный, ладно, я реально его, по-моему, не умею делать. Еще раз. Казакин. Как он делает? Feel it in my brain that I'm about to go insane. Yeah, I can feel it in my brain that I'm about to... Воу-воу-воу. Грязно. Как? Я не пойму, не могу понять. Это нужно именно обладать конкретно каким-то голосом, таким же, как у него. Просто я не впервые слышу этот бас, и он мне не получается. Сейчас, еще раз я послушаю, сейчас. Сейчас, где у нее дроп будет, сейчас. Не, это охеренно. И, давай. А, так, я понял то, что он делает все в себя, по крайней мере, я это слышу так. Моя. Я... Что? Чего? Моя. Это инворд. Это инворд бас, да? Правильно, насколько я понимаю. Только единственное, звучит он у него как-то по-иному. Черт возьми, я слышу, как он еще одновременно добавляет, помимо этой хрипоты, еще и собственный голос. Вот этого я вообще не понимаю, как это делать. Моя. Круто. Что? Что? Подождите, что? Секундочку. Вы это слышите? Я один это слышу? Какой-то многоголосие. Я не понял, что за бред. Вы слышите, просто параллельно идут два голоса. Черт возьми, как он это делает? Это либо какая-то обработка, либо он реально как-то пережимает свой язык. Что-то я ничего не понял. Get her down. Yeah. Так, я отказываюсь в это верить, потому что это просто жесть какая-то. Вы слышите, какие перегрузы? Как он это делает? Какой спектр звуков у него просто прет?
Kazakin feeling. Вот только вот это Kazak. Kazakin feeling. Kazak. Я не понимаю, я отказываюсь это понимать. Kazakin feeling. Я в шоке. Я реально не понимаю, как он это делает. Но больше всего меня сразило, что я услышал какое-то многоголосие. С вашего позволения, я попробую сейчас разобраться в этом. Чё? Ребятки, если хотите видеть больше реакций на крутейшие видосы, я специально для вас их буду постоянно отыскивать, вылавливать. Вы знаете, что нужно сделать? Поставить лайк, написать комментарий, ну и нажать на красную кнопочку подписаться, чтобы она серой стала. С вами был я, Тима Мацони. До новых встреч.